Ну что же, всем привет, с вами Texas. Еще один врыв, сегодня очень такой быстренький прогноз на завтра. Матч Virtus Pro против Optic Gaming, ну я думаю, здесь стоит поставить на ВП, потому что ВП сильнее, нежели Optic, поинтов еще много, так что давайте втопим даже 7 поинтов. Vici Gaming Jay Storm против Secret, если честно, в этом матче как-то мне больше верится в Secret, несмотря на то, что Resolve компания... Но все-таки подвели они меня уже раз на ставочку. Я на них проиграл, много проиграл. Это мой рекорд по проигрышу, $500. Благо потом камбэкнул, но не суть важно. Я поставлю на команду Secret здесь. Мне как-то кажется, что Team Secret смогут справиться со штормами. Хоть и штормы были первое место в группе Б, но все-таки как-то по итогу вышло, что группа А посильнее оказалась. В общем, ну, 3 поинта поставлю на секретных, поинтов еще много, ну, ладно, фиг с ними, потом доставим. Ну, еще будет один прогноз, он будет прямо на стриме, если ВП побеждают команду Optic Gaming, у них сегодня еще один матч против Evil Geniuses, что будет там, пока не ясно, будем смотреть по матчу, прогноз тоже там дам, ну и ставки я делаю, кстати, по рематчу, ссылка в описании, двойной депозит для подписчиков и зрителей канала, не забываем, и конкурс от Virtus.pro по рематчу на $25 000, там помимо денежного эквивалента еще и ценные призы в виде Samsung X, вот такого Samsung X, не мой, конечно, другой, новый, там также, ой, Samsung X, какой нафиг Samsung, iPhone X, Samsung S9, PlayStation Pro, ноутбуки Asus и так далее, в общем, все подробности в описании. Ну и буду ждать в эфире в 8 часов вечера по Киеву, по Москве, начинается матч на вылет Best of 3 между Optic Gaming и Virtus.pro. Ждем, пишите ваших фаворитов, пишите, как вчера... Вам зашел последний матч OG против Evil Geniuses. Это был шок-контент, это было жестко. Я удивлен, что на текущий момент команда OG как минимум топ-3. Топ-3 инта. Весь сезон поражение, а тут бац и топ-3 инта, при том, что от них линуло 2 игрока. Ладно, это уже опять я начинаю слишком много общаться. С вами был Texas, 8 часов вечера буду в эфире. Лайки, подписки на этот видос обязательны. Видосы нужно лайкать, если не сложно. До связи.